Становится страшно жить. И что будет дальше? А как вот вообще по Одессе, вот, ну, как вы оцениваете криминогенную ситуацию вообще в городе? Ну, все время слышно, то там взорвали, то там убили кого-то, то там, ну, просто ужасно. Угу. Я не знаю, что делать. Мне уже 78 лет, я уже думаю, спокойно бы умереть. А что же молодежь будет делать? А как жить молодежи в такой обстановке? Страшно. А кто страдает от вот этого, вот таких вот звонков, по вашему мнению? Ну, кто? Народ страдает. Конечно, народ страдает, потому что это вот слышит, и все боятся. Понимаете? Только народ страдает.